Всем привет! В Юте наступила самая очаровательная осенняя пора, когда водопады, желто-красно-зеленые листья и снежные вершины, все это смешалось в одном таком природном буйстве. Мы сходили на несколько хайков, вот, я в порядке очередности их сейчас скомпоную в этом видео, без какой-то особой цели, просто посмотрите, как красиво, какая прекрасная природа и как может быть красиво осенью в этом штате. Вот, смотрите, дальше будет несколько минут просто красоты и, надеюсь, вам понравится. Погнали! Это City Creek Canyon, это такой полугородской хайк, находится в черте города, и вот там у нас Капитолий наверху, и можно прекрасно выйти прогуляться, водопады, ручьи, очень хорошо. Ну, раз дальше видео у меня только в одной половине экрана, я появлюсь в другой и расскажу, как получаются такие видео. Ты собираешься на хайк с семьей, с друзьями, решаешь не брать никакую технику, ни дрона, ничего. Думаю, побуду с семьей, пообщаюсь с женой, с ребенком, с друзьями, не буду ничего снимать, потому что все равно, когда берешь всю эту технику, ты как-то не вовлечен. И тут получается, конечно, да, выходит к тебе и белка, выходит, перегораживает дорогу лось практически вот на расстоянии вытянутой руки, какие-то невероятные птицы Северной Америки прилетают к тебе, и все это приходится снимать в последний момент на телефон. Ну, в общем, что есть, то есть, но, по крайней мере, я тоже это сюда подошью и параллельно вот вам немного расскажу. Ну и дальше в продолжение этого хайка, это тот же самый хайк, просто с детьми. Мы его, конечно же, не прошли и прошли только наполовину, но моя персоналити такая, что я собрал ребят и дошел этот хайк, притом это уже происходит со мной не в первый раз. В общем, да, страшный я человек, не могу оставлять дела незаконченными. Собрались на хайк, значит, надо его дойти. Тем более такой простой, всего лишь на 5 миль. И вот сейчас дальше будет уже непосредственно он. Привыкли. Ну, привык я в пуховике ходить в Исландии. Я в... Так, Андрей, что сегодня будем рекламировать? Катапаксия? Или... Нет. Сегодня будет Q&A. О, начитка хорошая под видео, спасибо. Не LDS, точно. Лейк Мэри. После первой мили какая красота. Да, снежку тут неплохо прям подвыпало.